Да, просто чтобы двигатель просто не слышали. Да я знаю, не знаю. Сейчас самолет нас упадет. Ребят, сейчас на нас машина упадет. Самолет! Когда решили беспалевно подъехать. Чё, он реально не умирает. Не, чел, я прямые попадания по нему делаю с пулемета. Чё, ему просто понял, реально прямое попадание, вот реально. То же самое. Пробуй с другой стороны, а может, он в сторону, я не знаю. Но в ответ он меня как-то убил. Я просто по нему стреляю, вижу, как попадает прям. Да, и то же самое. Его гранаты не убивают, он прям на гранате. Блядь! Это что это такое? Репорт, я в него вплотную репорт. Подошел, начал вплотную стрелять, он не подох. Это репорт. А, в дом опять заходит, 250. Прилетит, блядь. Какой дом? Где мы были? Где вы наши сдохли? На втором? Да. Наверное. Чё, блядь? А, я думаю, то я убил. Я же херел. Он на первом этаже. Ну что, там еще вроде был. ПП был, у меня сейчас МК-200, там просто никто не выжил. Ко-ко-ко. Это жестко, конечно. Что за призы? Ну, 50 эти призы. Тут еще. Я убил, который тоже заходил пушить. Я перевяжусь. Он, скорее всего, еще наверху. Какой дверь открылся, ебался. Да-да-да. Так а что ты не запушил ты дальше? А у меня пульки закончились, 4 пули. Блять, он гранаты здесь расстрелял. Блять, у меня МК-200. Свачка. Он внизу на первом этаже. Убиваю. Вижу противника, ребят, подсвечиваю. С РПГ сейчас понятно, я попал по нему. А я живой. Нет. Он прям в меня пустил. Черек. Раз. Блять, не подвисай, пожалуйста. Да ты дурак. Иди нахуй, дурочка, блять. Заебал, блядь. Прошу его в триггер нахуй завести, блядь, а он... Не-не. Это... Блядь. Чёрт. Это такая интересная картина была.